Здравствуйте, это Афонтово новости. В студии Виталий Поляков. Мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас расскажем о самых заметных событиях дня. Сначала он отрицал совершенное преступление, но затем на допросе признался в совершенном. В Октябрьском районе педофил изнасиловал 6-летнюю девочку. Уважаемые пассажиры рейса 168, будьте добры, пожалуйста, пройдите в кассу Аэрофлота на переоформление. Авиакомпания «Трансаэро» отменила 55 рейсов по всей стране. Не вылетели сегодня самолеты этой фирмы и из Красноярска. Как добираются люди? Енисей стал лучшей командой в мире по хоккею с мячом. В последний раз наши спортсмены завоевывали этот кубок 4 года назад. И мы начинаем. В Октябрьском районе изнасиловали 6-летнюю девочку. Ребенка без сознания во дворе нашли соседи. Девочка смогла описать насильника, подозреваемого уже задержали. Им оказался 42-летний мужчина, который распивал алкогольные напитки со знакомой матери пострадавшей. Женщина должна была присматривать за ребенком, пока мать находилась на работе. По версии следствия, подозреваемый надругался над ребенком, когда горе-нянька заснула. Девочка сейчас в шоковом состоянии, находится в больнице. С ней работают психологи. Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, ранее судим неоднократно. Судим он еще по кодексу уголовному, который действовал ранее. И последняя его статья, это 222-я, незаконное хранение оружия. Как я уже говорила, мужчине 42 года, он официально не трудоустроен. Сначала он отрицал совершенное преступление, но затем на допросе признался в совершенном. В настоящее время с ним работают следственные органы. В отношении него будет решаться вопрос о аресте. И, так сказать, проводятся иные следственные действия. Ачинск остался без воды и отопления. Сегодня на ТЭЦ глиноземного комбината произошло короткое замыкание, как следствие пожар. Авария оставила без электричества насосную станцию, и в квартиры горожан перестала поступать холодная вода. Также из-за пожара частично остановлена подача отопления. Сейчас на ТЭЦ идут ремонтные работы. Запустить станцию на полную мощность обещают до полуночи. Патовой такой ситуации прям нет в городе, то есть вот такой вот истерии, что мы остались без отопления, тем более, что температура на улице достаточно хорошая. Полсотни рейсов авиакомпании «Трансаэро» отменены по всей стране, в том числе и в Красноярске. И это только сегодня. Ежедневно сайт, в прошлом одного из самых крупных перевозчиков страны, пополняется все новыми данными. Яна Баса с подробностями. Будьте добры, пожалуйста, пройдите в кассу Аэрофлота на переоформление. 54 человека сегодня не смогли улететь авиакомпания «Трансаэро» в Москву. Их рейс отменили. Обязательства по перевозке взяла на себя компания «Аэрофлот», которая купила перевозчика-банкрота. Четверых пассажиров перекинули на утренний вылет в 6:35. Остальным в порядке очереди переоформили документы на более позднее время. А вы знали заранее, что у вас такая ситуация? Да, конечно. О проблемах с вылетом «Трансаэро» пассажирам сообщили заранее. Некоторые успели даже сдать билеты. По всей России авиакомпания «Банкрот» сегодня вновь отменила 55 рейсов. Все улетают пассажиры? То есть у вас уже бывало такое, что все улетают, все нормально? Все пассажиры улетают, да. Они улетают рейсами «Аэрофлота» или другими? Рейсами «Аэрофлота», рейсами компании «Этэйр», компании «Сибирь». То есть паниковать не стоит, все улетают? Паники никакой нету, все улетают уже. Это, в принципе, штатная ситуация уже. А людей как-то заранее предупреждали? Люди информируются, конечно. Есть специальная кнопка на сайте «Трансаэро», посредством которой люди узнают об отмене рейса. Однако компания «Трансаэро» выполняла не только регулярные рейсы, но и чартерные. Один из крупных туроператоров «Библия Глобус» перевозил своих отдыхающих на самолетах «Трансаэро». В красноярском представительстве компании нас успокоили. Накануне все туристы долетели до жарких стран даже без замены перевозчика. По каждому определенному рейсу индивидуально рассматривается ближе к дате вылета. Сегодня у нас выпал, то есть 10-го улетел рейс на Сочи. 12-го, то есть сегодня утром, на Хургаду улетел рейс и вернулся с Алаарнаки. Да, авиакомпания «Трансаэро» или пересаживание? Да, именно «Трансаэро». Именно «Трансаэро». А в дальнейшем не знаете, да, как все будет рассматривать? Пока нет. Каждый день какая-то новая информация. И здесь не обойдется без помощи будущего монополиста компании «Аэрофлот». Самолеты они готовы предоставить туроператору на 2 месяца. Было принято решение о предоставлении туроператору дальнемагистральных самолетов Boeing 777 из парка авиакомпании «Оренбургские авиалинии». Для выполнения договорных обязательств между туроператором «Библия Глобус» и авиакомпанией «Трансаэро» по перевозкам туристов до 15 декабря 2015 года.
Данное решение было принято в связи с невозможностью Трансаэра выполнять рейсы по направлениям туроператора собственными силами и аннулированием Трансаэра всех чартерных рейсов после 25 октября. Добавлю, после 15 декабря все обязательства по перевозке компания «Аэрофлот» с себя снимает. А уже завтра порядка 50 рейсов «Трансаэра» по всей стране вновь отменены. Два из них – красноярские. Яна Бас, Михаил Ткачук, Афонтово новости. В Красноярске изменят схему движения по двум автобусным маршрутам – 88-му и 99-му. Это связано с изменением движения по улицам Перенсона, Кирова, Республики и Ады Лебедевой. Их планируют сделать односторонними. Движение по улице Республики пойдет от Стрелки в сторону ЖД вокзала, а по Ады Лебедевой, наоборот, в сторону Стрелки. В связи с этим автобусы этих маршрутов больше не будут ходить по Ады Лебедевой. 88-й, идущий от спортзала на Сопку, пойдет по такой схеме: Марковского, Перенсона, Ленина, Кирова и сразу на Республике. Также в центре будет ходить и 99-й автобусы. Остальные участки этих маршрутов останутся без изменений. Маршрутки против пенсионеров. Сегодня сразу две пожилые женщины пострадали в автобусах. Утром 81-я маршрутка тронулась с открытой дверью, пассажирка выпала и ударилась головой об асфальт. А уже днем автобус 5-го маршрута проехал пенсионерке по ногам. Она выходила из салона, в этот момент автобус поехал. Женщина госпитализирована, в обоих случаях проводятся проверки. Если будет доказана вина перевозчиков, то с предприятиями могут расторгнуть договоры на обслуживание городских линий. Московские звезды и развлечения вместо курятников с петухами и цыплятами. Фирму «Сибирская Венеция» оштрафовали за нецелевое использование земли. Участок в 600 квадратных метров оборудовали под зону развлечений, хотя по документам она может использоваться только для сельскохозяйственной деятельности. Демид Лабушев расскажет подробнее. Дешевый был 500, а дальше было 1500, 2000, 2500. От 500 рублей до 2500. Такой разброс цен был летом на посещение концертов в Сибирской Венеции. Приезжал Билан, Анила Рак, Валерия и Би-2. Концерты проводились на сцене под открытым небом. Но оказалось, вместо лавочек, бассейна или брусчатки на земле должны были, например, пастись животные или колоситься рожь. Участок выделялся под сельскохозяйственные нужды. В ходе выезда было установлено, что на этом самом земельном участке имеются ряд сооружений, построек, в частности, развлекательного плана. Там, значит, арена построена, вернее, крытые, как бы сказать, сцены, наверное, различного рода аттракционы, а также находится офис банка Канский. То есть мы пришли к выводу, что данный земельный участок используется не по своему прямому назначению. Штраф за нецелевое использование уже выписан – 100 тысяч рублей, но сумма по меркам предпринимателей небольшая. Чтобы узнать, будут ли впредь проводиться концерты, мы приехали в Сибирскую Венецию, чтобы поговорить с руководством. Ну вот мне говорят, что вы со своим профессиональным оборудованием не можете пройти. Не можем пройти? А что нам для этого нужно сделать? Я не знаю. Сегодня с утра я лично обзванивал все номера, которые указаны на сайте компании, по нескольку раз, но никакого ответа так и не смог добиться. Трубку даже просто не брали. На месте охранники нам сказали, что руководство находится на каком-то большом совещании, и встретиться с ним нет никакой возможности. Мы обязательно попросили передать, что если начальство все-таки решит высказать свою позицию, мы обязательно им дадим такую возможность. Но пока такого не произошло. Качество звука на концертах от Сибирской Венеции отличное, считает Екатерина Кузьминых. Недавно она была там на выступление группы Би-2. Но вот условия для зрителей ее смутили. Говорит, неудобно и очень бюджетно, даже в VIP-зоне. Несмотря на это и на запреты, звезд продолжат привозить, считает Екатерина. Арена соучредителей и собственников имеет связи в шоу-бизнесе в Москве. Они просто договариваются с организаторами. Если какой-то из ближайших городов соотносится с датами, то они вставляют концерт в Красноярске в возможные даты. Вот, например, Би-2, сейчас они едут с туром и в Красноярске выступают в БКЗ совершенно аналогичной программой, которую демонстрировали там. Но, правда, в Сибирской Венеции, я так понимаю, и билеты были сильно дешевле, но и условия принципиально другие. Сейчас компании предстоит привести земли в надлежащее состояние. В прокуратуре нас заверили, что руководство Сибирской Венеции уже ведет работу в этом направлении. Однако возможен и другой поворот в этой истории. Скоро будет рассматриваться вопрос строительства жилого поселка в этом районе. В этом случае статус земли, возможно, получится изменить, и все останется как есть. Демид Лабушев, Михаил Ткачук, Афонтово. Новости. Звонят, ставят диагноз и предлагают купить лекарства. Мошенники, представляясь врачами краевой больницы, звонят пожилым людям и говорят о страшном заболевании, которым якобы болен человек. И предлагают срочно купить лекарства. Называют счет карточки, куда можно перечислить деньги, а иногда и сами приходят к пенсионерам и забирают средства. Как рассказали в краевой больнице, впервые такой случай зафиксировали летом. Тогда пенсионерка перечислила на счет мошенникам почти 1 000 000 рублей. Накануне в краевую больницу снова обратились люди с такой же проблемой –
Деньги перечислили, а лекарства не получили. Врачи просят быть людей осторожнее. Помнить, медики не имеют права говорить людям о диагнозе по телефону. При подобных звонках нужно консультироваться в Минздраве или краевой больнице. К работе готовы. Накануне на Богучанской ГЭС прошла тренировка по предотвращению нештатных ситуаций. Это последний этап проверки гидростанции перед суровой сибирской зимой. Подробности в сюжете далее. Богучанская ГЭС к зиме готова. Летом уровень водохранилища наполнился до отметки 208 метров. Тогда же станция достигла проектного уровня по производству электроэнергии. Почти 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в месяц. В данной ситуации, наоборот, и агрегаты работают в более лучшем режиме. И, как говорится, водохранилище само заняло свое проектное положение средств воды. Соответственно, и введены в эксплуатацию все линии электропередач, наоборот, станции работают легче этой зимой. Я думаю, что трудностей как раз-таки не будет. Перед зимой на станции провели ревизию затворов на всех водоводах. Группа водолазов всю неделю работала под водой, чтобы осмотреть тело плотины. Перед тем, как опуститься под воду, водолазы надевают специальное снаряжение. Его вес 85 килограммов. Даже с таким оборудованием опуститься на Богучанскую ГЭС проще. Вода в Ангаре прозрачная даже на глубине. На других реках приходится работать на ощупь. К зимнему периоду, да, подготовлено. То есть приняты меры, чтобы не намерзал лед, чтобы вода по плотине не намерзала. То есть, как бы, подводная часть сделана, аэрация воды и подогрев. Поэтому все должно быть хорошо зимой. Перед работой каждый водолаз проходит обучение, потом практикуются на крупнейших ГЭС страны. При этом водолаз должен быть абсолютно здоров. Потому сотрудники Богучанской ГЭС проходят медицинские осмотры. Те, кто работают в теплом помещении, в основном с приборами, раз в год. А вот верхолазы, водители и водолазы встречаются с врачом перед каждой сменой. В июне Богучанская ГЭС заняла 3-е место на краевом конкурсе по технике безопасности. Вскоре станция примет участие в очередном конкурсе на лучшую организацию охраны труда по итогам нынешнего года. Сегодня мой коллега, ведущий телеканала «Афонтов» Алексей Вербицкий, записал эксклюзивное интервью со знаменитым актером Сергеем Гармашом. Предлагаю не пропустить его сразу после этого выпуска новостей. Но прямо сейчас реклама. Центр инклюзивного образования под угрозой. Мы не желаем, чтобы у нас вот тут вот в такой тесноте еще и дети были вот эти. Почему здоровые люди не хотят соседства с особенными детьми? Охлажденное филе телятины и свинины приправляем белым перцем и кардамоном. Измельчаем, добавляя свежие яйца, молоко, щепотку соли и кусочки сладко-сливочного масла. Обжариваем натуральные оболочки до светло-розового цвета и доводим на пару до готовности. Приятного аппетита! Дымов. Сосиски молочные с кусочками сливочного масла. Меховой центр «Элита» предлагает новую коллекцию шуб и дубленок. Невероятно легкий мех норки, доступный и теплый мутон, а также модные дубленки, которые прекрасно защитят от холода. На весь ассортимент скидка 30%. Меховой центр «Элита», Красноярский рабочий 27, строение 143. В жилом доме на перекрестке улиц Краснодарская, Армейская – тотальная распродажа квартир. Скидки до 10%. Звоните 288-0066. 288-0066. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор, низкие цены, бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая, 400 метров направо от Мичуринского кольца. Здравствуйте, меня зовут Майкл Бен, а это моя замечательная жена Ася Бен. Мир на сегодняшний день столкнулся с огромным количеством кризисов. Но каким образом мы можем выжить в непростой ситуации или в условиях кризиса? Ключевой момент – это активная продажа. Если вы способны продавать, в этом случае вы сможете пережить этот кризис. Если вы не способны продавать, в этом случае вы не переживете. Мы ждем встречи с вами в городе Красноярск. Напоминаю, сразу после этого выпуска эксклюзивное интервью с актером Сергеем Гармашом. Ну а сейчас продолжаем новости.
Открытие центра инклюзивного образования в Красноярске оказалось под угрозой. Дети-колясочники просто не могут в него попасть из-за отсутствия пандуса. Его строительству воспрепятствовались жильцы дома по Копылово, где должен открыться центр. В нашем центре 7 помещений, и мы хотим, чтобы каждый кусочек метра, каждый метр помещения работал на развитие детей. Здесь у нас предполагается, да, комната для подростков, да, зал для подростков, где они будут вместе встречаться. Буквально каждый сантиметр будущего центра инклюзивного образования продуман до мелочей, рассказывает его руководитель Надежда Болсуновская. Скоро здесь должна появиться комната Монтессори, комната сенсорной интеграции. Все ради того, чтобы дети учились взаимодействовать друг с другом, как обычные, так и не очень. Инклюзивный центр – это как раз инклюзивно-развивающий семейный центр – это центр, куда может прийти абсолютно любой ребенок, от самых маленьких до, как бы, уже подростков. Там могут приходить мамы, бабушки, да, то есть это такое пространство, где каждый себе найдет занятия по душе. И обязательно, то есть инклюзия – это значит равное включение, да, всех детей, в том числе детей с ограниченными возможностями. Центр некоммерческий. Все здесь организовано на средства гранта, выигранного общественным движением «Право на счастье». Занятия будут или полностью бесплатными для родителей, или за символическую плату в пределах 200 рублей по ценам муниципальных учреждений. Он бы уже начал работать, если бы не одно «но». Помещение расположено на первом этаже жилого дома на Копылова, 66. Его жильцы неожиданно воспротивили строительству пандуса для детей-колясочников. Согласие дали только 20% жителей дома. Пожалуйста, пусть идут в школу и развиваются там, или в детский сад пусть идут вместе. Понимаете, неважно, как они будут общаться или что ли, но мы не желаем, чтобы у нас вот тут вот в такой тесноте еще и дети были вот эти больные и здоровые дополнительно. У нас своих, знаете, сколько детей. Вот посмотрите, повернитесь. Между тем, отдельный вход и пандус для развивающего центра планируют сделать не во дворе, а с обратной стороны дома, на месте бывшего балкона первого этажа. Для этого даже не потребуется прорубать новый дверной проем. Мамы детей с ограниченными возможностями не теряют надежды, что жители дома все-таки согласятся еще раз встретиться и обсудить с ними возведение пандуса для открытия центра. Меня воспитывали то, что если я вижу, что человек в чем-то нуждается, в передвижении, там, в ограничении информации, еще чего-то. Таким людям надо, наоборот, помогать. Если мы будем закрываться от проблем других людей, то, ну, простите, к чему мы придем? К тому, что каждый будет жить сам по себе, и, ну, ничего из этого хорошего не выйдет. Для детей с особыми потребностями это как бы возможность пообщаться со сверстниками. Они лучше социализируются. Глядя на них, они учатся чему-то новому, учатся делать то, что, например, они раньше не могли. К слову, Россия ратифицировала Международную конвенцию о правах инвалидов, которая гарантирует доступность маломобильным гражданам. Однако жилищный кодекс гласит, что установка пандуса возможна только с согласия собственников дома. И теперь жителям дома по Копылова, 66, решать, протянуть ли руку помощи детям, которые так в ней нуждаются. На принятие решение осталось меньше 2 недель. Алина Мельчакова, Вячеслав Казаков, Афонтово, новости. И вот буквально пару минут назад закончился первый этап акции «За пандус». Неравнодушные красноярцы вместе с сотрудниками Центра инклюзивного образования ходили по подъездам дома на Копылова, 66, и разносили разъясняющие листовки. Участники акции считают, что жители дома просто не владеют всей информацией о центре. В листовках рассказывается, что проект некоммерческий, рассчитан на всех детей без исключения. И знаете, просто когда я узнала о ситуации, которая вот сейчас с центром, для открытия центра для пандуса, то, что происходит, реакция людей меня просто шокировала, честно сказать. Я вот пришла Надежде помогать раздавать листовки, пытаться с людьми разговаривать, объяснять, что это все реально, что это доброе дело, что это нужное дело. То есть это нужно для развития детей, причем для детей, обычных детей. Хочется, чтобы на самом деле обычные дети общались с детьми особыми, потому что они становятся лучше. Другим темам. Похоже, что красноярцы все-таки смогут сами выбирать мэра. По крайней мере, городские депутаты намерены окончательно разобраться с этим вопросом и выйти в краевой парламент с инициативой вернуть горожанам право на выборы. Судьбоносная сессия пройдет в среду. Дмитрий Пименов расскажет подробнее. Разговор о возврате прямых выборов мэра городские депутаты ведут с декабря прошлого года, с того самого момента, как вышел краевой закон, отменивший их. Но до сих пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки, а летом этот вопрос и вовсе исчез с повестки дня. И вот на этой неделе народные избранники готовы нанести решительный удар.
В повестке предстоящей сессии этой теме посвятили сразу два вопроса. Первым делом депутаты планируют изменить устав города и внести в него упоминание о том, что прямые выборы в городе все-таки отменили. Но это вопрос чисто технически, уверяет Виталий Дроздов. Если вдруг возникнет необходимость выбирать нового главу Красноярска сегодня, то выбирать его все равно будут не горожане, а специально созданная комиссия из специально отобранных кандидатов. Такой порядок утвердили краевые депутаты еще в декабре прошлого года, а затем в марте нынешнего, приняв краевой закон. И только в городском уставе до сих пор написано, что мэра выбирают горожане. На эту неувязочку депутатам уже не раз указывали в прокуратуре. Приведение устава в соответствие – это техническая задача. Политический вопрос – это как раз второй. Наша законодательная инициатива, которая рассматривается одновременно будет с уставом последовательно. Она у нас подготовлена, у нас была подготовлена весной, она снесена в городской совет. И вот на этой сессии мы эти вопросы будем рассматривать практически одновременно, один за другим. Сразу как устав приведут к норме, депутаты обсудят второй вопрос, прямо противоположный первому. Городские депутаты намерены все-таки попросить своих краевых коллег вернуть горожанам право выбирать мэра. То, что эту просьбу поддержит большинство народных избранников в горсовете, Виталий Дроздов не сомневается. Сам он представитель фракции «Единая Россия», самой большой в городском парламенте. Не сомневается в этом представитель второй по количеству депутатов фракции «Патриоты России» Владимир Владимиров. Краевые вот эти вот назначения показали, что на места опять же возвращаются старые чиновники, которые на самом деле себя зарекомендовали с плохой стороны. Вот это как бы нас не совсем устраивает. Остается вопрос, как на инициативу вернуть народные выборы в Красноярске отреагируют краевые парламентарии. Ведь именно они их и отменили. Политолог Сергей Комарицын считает, что положительно. Политическая конъюнктура изменилась. Подобные инициативы уже рассматривают в Бурятии. Разговоры об этом идут и в соседнем Иркутске. Конъюнктурные какие-то первоочередные задачи все-таки власть успела решить. Сейчас произошли вот эти все переназначения в большинстве территорий. Вот летом, в августе и в июле, еще в сентябре, и до конца года, видимо, еще произойдет в нескольких ключевых территориях назначение новых глав. То есть все, что они хотели, они сделали. Как на самом деле будет складываться второй тур борьбы за возврат прямых выборов мэра, мы узнаем в среду, когда депутаты соберутся на сессию. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтово новости. Красноярский «Енисей» завоевал Кубок мира по хоккею с мячом. В финальной встрече наши спортсмены обыграли хозяев турнира шведский «Сандвикин». Счет игры 5-0 в пользу российской команды. Первый мяч в ворота противников забросил Сергей Ломанов. До перерыва счет так и не изменился, но не прошло и двух минут с начала второй половины встречи, как Сергей Ломанов забил шведам гол, как говорится, из раздевалки. Третий мяч в ворота «Сандвикина» отправил Виктор Чернышов. После передачи Сергея Ломанова отмечу, красноярские хоккеисты в четвертый раз в истории стали победителями турнира. Причем дважды «Енисей» брал кубок под руководством Сергея Ломанова-старшего. Это турнир, который забирает все силы. Поэтому даже радоваться уже совсем чуть-чуть осталось. Поэтому, конечно, с позитивными мыслями возвращаемся домой. Поэтому где будем набираться сил. Очень здорово, что мы отдали все силы и добились результата. Рэпер Гуф совместно с группой «Центр» написал песню про Красноярск. Правда, о нашем городе московская звезда в своем новом треке отзывается не очень хорошо. Студийной версии новой песни пока нет, но рэпер намерен сделать трек в ближайшее время, чтобы его смогли услышать как можно больше поклонников. Напомню, участников группы «Центр» Гуфа и Слима арестовали в Красноярске после выступления в одном из ночных клубов. За употребление наркотиков суд им вынес приговор – арест на 6,5 суток спецприемника. Привет, Красноярск, как ты поживаешь? От нас до вас, как от вас до Китая. 4000 км, ноги на педали. Хотел самолетом, но сняли с метали. Искусствоведы и деятели культуры обсуждают образ Великой Отечественной войны в современном искусстве. Эта тема стала основной на научно-практической конференции. Она проходит в Большом концертном зале. Эта конференция – составная часть масштабного культурного проекта «Перекресток культур». Его глобальная задача – привлечь в Россию молодых музыкантов и актеров, чтобы создать совместные проекты. Помимо Красноярска, «Перекресток культур» проходит и в других городах. Он стартовал в Йошкар-Оле, продолжился в Волгограде, теперь добрался до Красноярска. В нашем городе основной темой стало творчество Виктора Петровича Астафьева, посвятившего ряд своих произведений Великой Отечественной войне. И одна из проблем, которую предстоит решить, как, используя его произведения, рассказать молодежи о правде войны. Для этого в наш город приехал известный актер Сергей Гармаш. Он прочтет произведение сибирского классика со сцены.
Очень важно, что такие проекты приходят к нам в регионы, потому что молодежь, как сегодня уже говорила Эдита Эдуардовна, действительно прикована к гаджетам, и ее очень сложно оторвать от них для того, чтобы она могла осознать, почему те или иные события происходили в нашей стране и с чем они были связаны, с какими утратами, с какими достижениями. Ну и напоминаю, что сразу после новостей смотрите эксклюзивное интервью со знаменитым актером Сергеем Гармашом. С ним беседовал наш ведущий Алексей Вербицкий. И к этой минуте все новости и сюжеты нашей программы также смотрите на сайте afontova.ru. Я с вами прощаюсь. До свидания и удачи. Компания, которой можно доверять, кооператив «Сберфонд» проводит итоги акции «Неделя пайщика». Всего лишь за одну неделю на встречу с руководителем компании пришло более 300 человек, и мы не исключение. Клиентоориентированность – один из главных принципов работы компании. Самый главный наш капитал – это наши клиенты. Именно благодаря им мы можем двигаться вперед, помогая друг другу. Здесь ежегодно совершаются отчетные встречи, где Сберфонд становится еще прозрачнее, ведь клиенты узнают обо всех партнерских соглашениях, бизнес-планах компании и суммах выплат. Основная аудитория Сберфонда – люди пенсионного возраста. Для них кооператив предлагает специальные программы и акции. В ходе клиентского мероприятия, которое прошло на этой неделе, всем желающим были выданы карты клиники партнера, в которой все наши клиенты могут получать бесплатное медицинское обслуживание у терапевта. Встречи с клиентами будут регулярными, ведь каждый пайщик должен быть спокоен и уверен в том, что его деньги, как и компания, которой он их доверил, честно и стабильно работают. Завтра, 13 октября, в Красноярске переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут плюс 11. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Академия российского телевидения объявляет о проведении финальных мероприятий Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион-2015». С 15 по 18 октября – Омск, с 31 октября по 3 ноября – Астрахань, с 24 по 27 ноября – Нижний Новгород. Подробности на сайте www.tefi.ru. Синематека Жанна-Мари Бурсико и 1 июня представляют. Ночь пожирателей рекламы. 27 ноября. Гранд Холл Сибирь. Заказ билетов в кассах «Красбилет» и «Крастикет». «Шанс авто» – журнал не только про автомобили. Спорт, здоровье, строительство, финансы и многое другое в каждом номере. 62 500 читателей в неделю. Телефон коммерческого отдела 266-77-77. Страх. Где вторая девка? Безнадежность. У них нет выбора. Айде, выражим алло. Что здесь происходит? Этих девушек похитили и продали. Я не могу оставить ее здесь! Я не могу оставить ее здесь! Пожалуйста, пойми. Их вернут сюда, накажут. Я ничего не говорила. Это будет на твоей совести, понимаешь? Я знаю, что вы думаете, но вы некомпетентны. А наша система работает. Правда? Рэйчел Вайс. Моника Беллуччи. В драме «Стукачка». Вспоминая все, что вы и пережили, вы бы поступили так же? Да. Во вторник в 21.30 на Афонтово. Нужно найти 38 волонтеров до завтра. Вот что вас ждет. Фан-фан. Фан-фан и все. А что еще? Я запомню. Вот счастье. Вот несчастье.
Вот противно. Фан-фан! Все поняли. Вы не берете мою дочь? Фан-фан! Какой сядь? Какой затылок. Какой промах. И теперь вас будут звать Фан-фан-тюльпан. Фан-фан-тюльпан. В среду в 21.30 на Афонтово.